Председатели СНТ Одинцовского городского округа получили интерактивного помощника. С 27 марта начал свою работу портал «Электронный председатель». В Одинцовском городском округе расположено более 550 садовых товариществ. Старт работы портала является для них большим подспорьем. Цифровизация данной сферы позволит СНТ эффективно проводить голосование в электронном виде, полноценно и своевременно информировать своих участников, дистанционно получать адресную юридическую поддержку и многое другое. Редактор